Бублика. Вспоминаю своего дядьку Татушу. Он на этом столе на моем рисовал, когда ночевал. Это было лет 20 назад. Он рисует, говорит, Еша, корову не люблю рисовать. Татуша, ну ты нарисуй быка туда, картину. А Татуша вот так берет краску. Ну как тебе рисовать? Быков я не люблю. Корову рисовать, коровин. Коровин не мое это, Татуша говорит.